Здравствуйте! Вас приветствует на своем канале консультант сибирского здоровья Саитова Елена. И сегодня я хочу вас познакомить с двумя продуктами, которые отвечают за комплексное очищение нашего организма. Мы все регулярно убираемся, делаем уборку у себя дома, придомовой территории, генеральную уборку, но очень часто забываем о том, что необходимо проводить уборку своего организма. И в линейке наших продуктов есть несколько продуктов, отвечающих за комплексное очищение организма. И сегодня мы с вами поговорим об этих продуктах. Это «Истоки чистоты», легендарный продукт с 30-летним опытом разработок российскими учеными, и его усовершенствованная, скажем так, серия «Ренессанс триплисет». Это очищающее, комплексное очищающее средство премиум-класса. Истоки чистоты рассчитаны на прием на месяц. Ренессанс триплисет рассчитан на 15 дней. В чем же разница вот этих двух истоков чистоты? Состав 100% натуральный. И здесь, и здесь. В истоках чистоты капсулы состоят из порошка растений, а в Ренессанс триплисет капсулы состоят из экстракта стандартизированных растений и еще дополнены более широким спектром антиоксидантов. И тот, и другой продукт состоят из трех формул. Первая формула – это межклеточное очищение. Вторая формула – это внутриклеточное очищение. И третья формула – это антиоксидантная защита наших клеток. В наборе «Ренессанс триплисет» все три формулы уже скомпонованы вот в такие упаковочки. То есть ты просто берешь утром и вечером соответствующий пакетик и кушаешь его вместе с едой. В истоках чистоты три формулы, каждая формула помещена вот в такой баночке. И сам уже составляешь утреннюю формулу и вечернюю. Значит, утренняя — это вот первая формула и третья. И вечерняя — это вторая и третья. Берешь две капсулы из желтенькой баночки утром и одну из зеленой. А вечером берешь две из синей и одну из зеленой. Вот когда я первый раз принимала этот продукт, я начинала вот с истоков чистоты вот этой формулы, а не с Ренессанс триплисет. Когда я открыла баночку, я была просто ошеломлена ароматом, который исходит из нее. Вот как будто оказываешься на лугу среди цветущих трав и диких цветов. Аромат потрясающий. Вот в этой формуле, да, такого аромата не ощущается, потому что как бы три капсулы запакованы вот в такие пакетики, поэтому такого аромата, конечно же, нет. Он присутствует, но незначительный. Вот. Как вот в этой. И меня это прямо очень, ну, как бы поразило, и всякие сомнения о том, что это не натуральные продукты, были сразу же у меня отпали. И сегодня я хочу с вами поделиться теми результатами,
которые я получила от применения этих продуктов. Я их практически принимаю на постоянной основе. То есть я, например, пропиваю истоки чистоты, потом делаю перерыв, где-то, может, неделю, там, полторы, потом покупаю Ренессанс Трипли Сет. И тоже, точно так же его пропиваю, опять делаю перерыв и снова покупаю истоки чистоты. И результаты были просто замечательные. Ну, во-первых, происходит укрепление иммунитета. То есть, если раньше я болела простудными заболеваниями несколько раз в год, то теперь практически ОРВИ обходит меня стороной. Улучшились мои волосы, цвет кожи, состояние кожи улучшилось. Улучшилось состояние суставов и состав крови. Уменьшились отеки. Улучшается пищеварение. И происходит, можно сказать, ускорение обмена веществ. И благодаря вот этим продуктам, то есть принимая их, можно без изнурительных диет и каких-то дополнительных физических упражнений снизить свой вес от 3 до 4 килограммов. То есть практически не прилагая каких-то дополнительных усилий. Улучшилась память и повысилась моя работоспособность. То есть с моим активным, скажем так, жизненным темпом это был очень значительный, скажем так, плюс. Также от приема истоков чистоты или Ренессанс Трипли Сет можно снизить аллергические реакции. То есть те люди, которые страдают от аллергии, а сейчас как раз время весеннее, то есть это фактически люди попадают в зону риска от аллергии, да, и принимая вот один из этих продуктов, может снизить аллергическую реакцию. То есть вот такие хорошие результаты дает применение вот этих продуктов. Я желаю вам оставаться красивыми и здоровыми. И подписывайтесь на мой канал. И до следующих встреч!